Привет, друзья, это Фей и Geometry Shooter. Бесплатная аркада про пуляние шариков. Смотрите, есть два режима. Это первый. Здесь наша пушка, которая стреляет шариками, просто слайдится вверх-вниз, и нужно стрелять из нее. Стрелять с фиксированной силой. Наши шарики, которые мы стреляем, превращаются в разные фигуры. Они каких-то рандомных размеров, но все они должны быть уничтожены за 3 удара. Вот. Но у нас почему-то только маленькие пока что. Суть в том, что нам нужно набрать просто как можно больше очков. Вот это нормальная фигурка. И если шарик попадает за эту линию, то мы проиграли. То есть нам нужно не только напулять как можно больше шариков и как можно больше фигур уничтожить, но и следить за тем, чтобы мы случайно ничего не выпнули назад. Ну, давайте еще раз попробуем. Я особо много очков здесь не зарабатывал. И я не знаю, вроде я уже сказал, что это бесплатная игра. В целом, по описанию в Steam я вообще не понял, что в ней надо делать, в чем сложность. Только в самой игре уже объяснили, что шарик не должен за эту линию выйти. По описанию в Steam вообще не понять это было. Ну, да. В целом, какая-то тактика здесь нужна. И как тут набирать прям тонны очков, я не знаю. Но вот мы могли выбить этот шарик другим, если бы я попал. Почему мы набрали только одно очко? Потому что мы уничтожили только одну фигуру? Ну, походу, да. Возможно, иногда нужно прям спамить. Да, там она остановилась. 793 тут как-то набрали. Мой рекорд 2. Ну, в общем-то, эта бесплатная игра, она не просто так существует, потому что скоро, в ноябре вроде как, выйдет платная ее версия. И, насколько я увидел, там отличие лишь в том, что в ней появится мультиплеер. Но в платной версии есть мультиплеер. И там две пушки с двух сторон. И, видимо, кто дольше продержится, наверное. Тут есть еще один режим, он не сильно отличается от этого. То есть суть игры не меняется. Кстати, вот это как будто бы неплохая страта. Мы здесь такие две фигуры большие сделали. И шанс того, что у нас шарик как-то выскочит, очень маленький шанс. Ладно, смотрите. Вот он, мультиплеер, корзинка. Это значит, что его надо будет купить. Можно поиграть в режим Power. Power отличается лишь тем, что наша пушка теперь не слайдится, а мы должны заряжать ее, чтобы дальше запуливать шарики. Мы можем их не заряжать, тогда они прямо перед нами будут падать. Но это не самый лучший вариант, как будто бы. Недурно, недурно. Опа. Ну, тут, видимо, игра рассчитывает, сколько свободного места вокруг шарика, и в зависимости от этого его размер задает. Да. Тут буквально пытается вписаться в пространство. Но было бы интересно, если бы они друг друга как-то толкали, эти фигуры. Хотя это на баги проверять сплошной кошмар, я подозреваю. Интересно, тут есть вот какая-нибудь страта, типа всегда делай так, и будет нормально. То есть если в слайдинге есть еще какой-то рандом, то здесь можно в целом просто какой-нибудь кликер сделать, который будет идеально выдавать удары и, возможно, никогда не фейлить. Насколько эта игра вообще глубокая в этом плане? По-моему, здесь вообще никак ничего нельзя было сделать. Ну ладно, давайте еще пару раз попробуем. Тут у меня, кстати, хайскор побольше. Аж 6. Опа. Недурно.
Ну, тут легче отбивать свои шарики. Вот так. Да. Явно все попроще. Их можно подталкивать. А, нет. Ладно. Ну, 11. Недурно, недурно. В общем, тоже можете попробовать бесплатно. Напишите в комментариях, какой хайскор вы набрали. Но тут особо больше показывать нечего. Музычка долбит. Вот музычка вообще кайф. Ну ладно, заходите в Telegram, в Discord. Если есть желание, поддерживайте на Boosty. И как обычно, живите дружно, не болейте. До скорого, пока.